Всем привет! Зима подошла к концу. Ну, на улице, конечно, еще лежит снег, еще будут, наверное, и морозы, но уже как-то хочется тепла, солнышка весеннего. Хочется набрать мыльничку вкусную на март, чтобы побыстрее почувствовать весну. Ну, чем мы сейчас с вами и займемся. Начнем, наверное, как всегда, с хозиков. Итак, порошок. Для порошка я беру вот такой вот мылка. Хозяйственная, 72%. Вот такое мылка. Пахнет так себе. Ну, для порошка, в принципе, как бы в самый раз пойдет. Также вот такой вот. Это мыловаренные традиции. Мыло хозяйственное классическое, 72%. Такой брусочек. Мыловаренные традиции. Штампик. Вот такой. Ну, аромат тоже такой уже начинает. Мылка лежит давно. И как бы уже появляется такой запах подсолнечного масла. То, такого старенького лежерка. Ну, в общем, для порошка как раз нормально. Слобожанский мыловар «Сила». Вот такой брусочек. И еще беру также вот такие вот два брусочка «Сила», тоже слобожанский мыловар. Оно уже сыпется, оно лежит давно. Тоже сначала запах был, конечно, фу-фу-фу, но оно высохло, мыло сухое-сухое. И сейчас, в принципе, как бы аромат довольно-таки неплохой, но... Не знаю, тоже, наверное, ну, не наверное, а 100% на этом у меня пойдет на порошок. Вот такие вот два брусочка. Так, есть. И я всегда в порошок добавляю еще для аромата какое-нибудь туалетное мылко, которое у меня, скажем так, не кондиция. Ну, а не кондиции у меня много. В общем, так, туда же пойдут. Тут это турецкое мыло Эльза Орхидея. Это эконом упаковочка была. Но аромат здесь химозный. Как бы для душа я не хочу его использовать. Это пойдет в порошок. Также в порошок пойдет Рубис Алоэ Вера. Тоже химозина. И все пойдет туда же. Порошок алоэ вера и мед Рубис. Видно. Туда же. Дальше Рубис яблоко. И Рубис лимон. Тоже ароматы очень химозные. Не нравятся они мне, не заходит мне Рубис. В общем, пойдет оно для порошка в самое то. Как раз ароматы будут классные. Так, это порошок, это хозики. Дальше, для посуды. Для посуды я беру вот такую отмылку «Щедро». Мылка обалденно пахнет. Пахнет очень вкусно. Пахнет хозяйственным мылком. В общем, это у меня будет для мытья посуды. Так, это хузики. Ну, теперь начнем набирать мыльничку.
Антибактериальная мыльничка. Доктор Санте. Антибактериальный эффект. В общем, вот такой вот мылка. Красивый штампик. Пахнет. Ну, оно открытое у меня было. В принципе, уже как бы аромат почти подвыветрился. Ну, пахнет так. Кремиком. Кремик и основа. Больше, конечно, здесь уже доминирует основа. Ну, аромат еще какой-то сохранился. Протекс. Фреш. Так, это Словакия. Это у нас Турция, да, наверное, Протекс. Ну, я думаю, что Турция или Малайзия. Не знаю точно, что. В общем, сейчас откроем. Зелененький брусочек. Маленький, аккуратненький. 90 грамм. Пахнет очень вкусно. Приятно пахнет. Свеженько. Даже не скажу, что прям химозно, как все антибактериальные. Ну, аромат приятный. Так, и третий брусочек. Где-то у меня вот месяц уходит антибактериального. Три брусочка. Плюс-минус три брусочка. И Лолис. Антибактериальные. Фреш. Беленький обычно. Ну, не беленький, а как цвет слоновой кости. Вот такой вот брусочек. Он пахнет тоже свеженьким. Лимончиком. Немножко химозненький. В общем, пахнет, в принципе, для рук в антибактериальную мыльничку самое то. Так, детские. Детскую мыльничку беру Ути-Пути. Ну, это ребенок берет слоненок. Это у нас идет экстракт алоэ вера. 75 грамм брусочек. Пахнет алоэ вера. Такой зеленушечка немножко с горчинкой. Также Love Nature он себе берет яблочко. Это Арифлейм. Такое зеленушечка. Пахнет яблочком. Обычным зелененьким яблочком. Ну, это я ему взяла. Шик Бэби. Слобожанский мыловар. Это у нас мылка идет с экстрактом ромашки, розы и лаванды. С успокаивающим эффектом. Вот такие вот ножки. Здесь штампик шик. Ну, пахнет обычно крем, ну, такой сладкий кремовый аромат. Так. И в обзорах я показывала вот такую отмылку. Это ручная работа, Украина. Бубльгум с маслом абрикосовых косточек. Сейчас я его открою. Мне тоже было интересно его, конечно, открыть. Какое оно. В общем, это ребенок тоже себе захотел взять мыльничку. Вот такой брусочек прикольный. С блюсточками, с бубльгушками, с бубльгумками. Пахнет. Пахнет жвачкой. Реально бубльгум. Ой, как классно пахнет жвачкой. Так и хочется его откусить и покусать. Так, детская мыльничка. Муж себе берет Свобода. Мыло с углем. Так, брусочек у нас 100 грамм. Вот такой черненький. Ну, это мылка, все знают. В принципе, как бы особо в рассказах оно не нуждается. В общем, пахнет мужским.
Пахнет вкусно. Как раз именно мужской аромат. Также муж в мыльничку берет себе Novax, морские минералы, мыловаренные традиции. Мылка, обычная мылка, без каких-либо штампиков. Аромат такой, довольно приятный. Основа пока не слышна. Хотя я основу мыловаренных традиций слышу. Очень резкая, она мне как-то плохо всегда пахнет. Ну, ничего. Как раз вот такой вот именно для более так под мужские ароматы. И Palmolive. Антибактериальное оно идет. Эвкалипт. Ну, тоже, в принципе, больше так вот аромат такой насыщенный, больше под мужской. Так, это муж себе берет в мыльничку. Что беру себе в мыльничку я? Куда же без него? Завод братьев Крестовниковых. Для дам и господ парфюм и масло. Брусочек 190 грамм. Тоже все это мылка знают. Много рассказывать о нем не буду. Ну, не то, что много. А, в принципе, как бы о нем рассказывать не буду. Все его знают, все его пробовали. Мылка классная. Так, это мое. Также я себе беру Греция, Караваки. Вот такой вот кораблик. Это классическая мылка. Там есть еще с ромашечкой. С ромашкой очень классный аромат. Я его уже пробовала, мылила. Сейчас беру вот такое вот. Ну, пахнет лимончиком. Пахнет лимончиком. В принципе, аромат тоже очень даже приятно. Лимончик я люблю, цитрусы. В общем, пахнет классно. Также беру себе мыловаренные традиции земляничные. Вот из всех мыл, представленных в этой категории, там есть лимонная, банная, детская и земляничная. Вот земляничная мне зашло. Все остальное вонючки. Фу-фу-фу. А вот именно земляничная. Очень классная мылка. Основы здесь нету, и очень вкусный аромат. Действительно пахнет земляникой. Не сладкой такой приторной клубникой, а вот реально пахнет очень вкусно кисленькой земляничкой. Также себе беру мыловаренные традиции Feeling Good. Мыло для леди. Брусочек, наверное, 90 грамм. Не могу найти сразу, быстро хотела. Да, 90 грамм. 90 грамм брусочек. Брусочек беленький. Нету никаких штампиков никаких. Аромат очень приятный, цветочный, парфюмированный. Также себе беру Натюр. Это Польша. Авокадо и кашемир. Беленькая мылка. Пахнет очень приятно. Пахнет крем сладенький. И немножко такая есть свежесть. Свежесть авокадо. Пахнет тоже очень приятно. И еще беру себе вот такое вот. Это доктор Санте. Эльфа Фарм. Словакия. Крем-мыло с коноплей. С маслом конопли.
Вот такое красивое, с вкраплениями. Я обожаю, когда в мылках есть вот такие вот вкрапления. Красивый штамп. Очень классно пахнет. Пахнет, знаете, даже есть нотки чего-то хвойного. Пахнет очень классно. Очень приятный аромат. Так. Мылка много у меня еще. А показать хочется так. Сейчас я уберу козики, чтобы они нам не мешали. И продолжим дальше. Дальше себе беру Нести Данте. Жарден. Это сад. Веганская формула. Ну, здесь вижу пиончики, розочка. В общем, брусочек 125 грамм. Вот такой вот красивый брусок. Мылка сухое. Пахнет парфюмированный цветочный аромат. Есть и розу слышно. Больше роза, ну и есть, конечно, где-то далеко есть отдушка пиона тоже. Так, это мое. Ну и теперь, скажем так, общие мыльнички. Это мылка, которую я маме могу подарить, могу подружке подарить. Ну, в общем, скажем так, мылка для всей семьи. Для мужа, для меня, для ребенка и для всей семьи, скажем так. Так, первое вот такое вот. Грация, ромашка. Это Польша. Крем-мыло ромашковое. Обычный беленький брусочек. Пахнет очень приятно. Такой, знаете, аромат вот кремика. Сладкий, кремовый. Даже не сладкий. Не очень сладкий, а такой вот кремовый и цветочный. Кремово-цветочный аромат. Теа. Кокос, Болгария, 90 грамм брусочек, ну не брусочки, беленькие в основном, ну есть там розовенький, есть немножко такой сиреневый, белый, белоснежный даже скажу, очень-очень белый, пахнет очень приятно, пахнет кокосом, пахнет сладенько, удобные очень у них брусочки такие, классные. Пахнет вкусно. Гранд Шарм. Апельсин. Мыловаренные традиции. 125 грамм. Апельсинчик, конечно, может быть и рановато. Его больше как бы на лето. Но в запасах у меня несколько брусочков. Нужно их потихоньку расходовать. Ничего. Химозненький апельсин. Ничего особенного. Пахнет апельсин, но химозный. Нормально, сойдет. Цитрус я люблю. В любом как бы его проявлении. Так что, в принципе, я думаю, что эта мылка мне зайдет. Лолис, Турция. Миндаль и крем. 125 грамм брусочек. Ну, такой какой-то брусочек неаккуратный. Не знаю. Тут покоцанный, покореженный. Поцарапанный. Ну, пахнет, сказать, миндаль. Не миндаль. Ну, такое что-то сладенькое, кремовое. И опять-таки немножко химозненькое. Ну, посмотрим. Помылим. Может быть, размылится, аромат раскроется. Нет применения, найдем его другое. Далее. О, Herbal. Эльфа Фарм. Словакия.
Это у нас что? Это у нас экстракт ягоды годжи и красная глина. Такой брусочек. Вот, квадратненький. Ну, вот форма у них неудобная. Вот эти вот квадратные формы. Ну пахнет. Пахнет, как и все Эльфафарм мылка, где есть ягоды годжи, аромат абсолютно одинаковый. Что здесь, что в рецепты, не, или зеленая Грин Фармаси есть ягоды годжи, аромат один в один. Эвиса, Турция, орхидея, брусочек 75 грамм, брусочек беленький, такой, ну, пахнет цветочным, цветочный аромат, немножко тоже химозненький, ну, в принципе, как бы, ничего так. Пока заходит. Там будем дальше смотреть. Нэнси, Турция, алоэ вера и мед. 140 грамм. Зелененький брусочек. Пахнет. Есть... Сладость мед чувствуется. И такая какая-то терпковатая нотка алоэ тоже присутствует. Есть что-то и травяное, и медовое. Аромат, в принципе, как бы, ну, приятный, неплохой такой. Опять у меня не помещается все. Никак я не могу отрегулировать камеру, чтобы все здесь у меня... помещалась немножко вот так вот, да, как-то нужно, все равно, наверное, не все не влезет. Постараюсь как-то его разместить. Далее маловаренные традиции. Филингуф, оливковое. Тоже беленький обычный брусочек. 90 грамм. Ну, пахнет. Кстати, я вам хочу сказать. Пахнет вот чем-то похоже на Новакс. Вот что-то такое есть и здесь. Ароматы немножко похожие. Биомио. Экологическое мыло, апельсин и лаванда. Веганская формула. Так, это у нас... Кто у нас производитель? Ага, Эвка. Эвка. Это у нас Эвка. Такой брусочек. Удобная тоже форма. Такой кругляшек. Пахнет мяткой. Я не знаю. Мне оно пахнет мятой. Лавандой. И апельсина я здесь не слышу. А просто приятный такой охлаждающий аромат мятный. Шик. Слобожанский мыловар. Ромашка. 70 грамм. Вот такой штампик. Ну, ромашка мне пахнет лимоном. Все шики. Ну, не все, конечно. Много вот у них. Такая душечка и основа. Ну, в общем, мне пахнет больше оно чем-то, ну, как бы лимоном. Слобожанский мыловар. Паше. Солнечный персик с экстрактом персика. 90 грамм. Вот такой брусочек беленький с персиком. Ну, пока пахнет персиком. Пока основы я не слышу. Пахнет... Очень вкусно, сладенько,
персиком. Ну, персиком, конечно, химозным. Но пока пахнет персиком. Может быть, потом, когда начнет мылиться, проявится основа. Тоже будем смотреть. И еще один представитель слобожанского мыловара. Шик-нектар. Авокадо и абрикос. 125 грамм. Такой красавчик. Но опять-таки форма, конечно, не очень удобная. Ну, пахнет, конечно, очень вкусно. Но здесь тоже пахнет не... Ну, немножко абрикосом. Ну, мне больше пахнет какими-то такими тропическими вкусными фруктами. Далан. Турция. Солнечная папайя и молоко. Так, брусочек 150 грамм. Брусочек беленький. Обычный беленький. Ну, пахнет такая какая-то кислинка. В общем, пахнет, скажем так, экзотически. Умбия, Германия. Это у нас мылка с экстрактом манго. Молоко и экстракт манго. Вот такой брусочек, крюкляшек. Ну, тоже пахнет так, сладко, кремиком и немножко такой, именно отдушки манго. Аромата манго нету. А так, кремик и плюс фруктовый аромат. Но не манго. Манго нет. Турция, Марина, лаванда, малышек, 60 грамм. Вот такой сиреневенький. Ну, это так, на раз. Ну, пахнет лавандой. Вкусненько, приятненько пахнет лавандой. Палмолив, зеленый чай и огурец. Палмоливы я уже говорила, у меня все заплакали. Палмоливы я вывожу. В каждую мыльничку я буду брать по 2, по 3, а то и по 4 брусочка. Ну, в общем, буду их потихоньку выводить. Вот такой зелененький. Маленький, небольшой. Ну, пахнет зеленым чаем. Огурца нет. Не слышу я. А отчетливо и очень вкусно пахнет зеленым чаем. И еще один палмоливчик. Камелия и миндаль. 90 грамм кусочек. Здесь немножко другой штампик. Вот. Ну, пахнет очень приторно, сладко, цветочно. Такой аромат. Вот такая вот у меня мыльничка получилась на март месяц. Не задавайте вопросы сразу, зачем мне столько мыла, много. Люблю я мыло, люблю я его мылить. Так что, в принципе, для меня это приемлемо и привычно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что заходите ко мне в гости, что не проходите мимо. Спасибо за лайки, за ваши комментарии. Всем пока. Всем удачи. Счастливо. До новых встреч.